Здравствуйте всем! Сегодня заказ. Вот такая лошадка на такой кружке. Лошадка будет почти вся в белом цвете, тонирована черной пастелью. Вот такие инструменты необходимы. Я уже делала лошадку на ложечке и на заколочке. За основу лошадки я взяла вот этот барельеф. Сначала нам необходимо раскатать глину в пласт толщиной 2-3 мм. Приложить в том месте, где вы планируете. И перевести изображение на глину, а затем вырезать. Сглаживаем все края и по рисунку выделяем заднюю ногу и вот эту переднюю. Ответственный момент. Лошадка готова для показа заказчику. Глина еще сырая, можно внести изменения. И та-дам! Нога дальняя не понравилась. Вот результат переделки. Нога выпрямлена. И лошадка опять ждет одобрения. В конечном результате будут волны и пена на волнах. Вот какая красавица получилась. Как вам?